Спасибо, дорогой Рав. Вопрос, какой вид расчета мы должны произвести так, чтобы наполнить наше тело как гость, чтобы быть в отдаче, а не в получении? То, что я соединяюсь с товарищами, из моего соединения с товарищами, я начинаю получать какое-то представление, форму Творца, потому что иначе я не знаю, кто он и что он, иначе это желание получать рисует мне форму Творца. Это совершенно ложно. Но если я хочу соединиться с товарищами, тогда я уже вследствие этого приближаюсь к какой-то форме Творца, да? Потому что в целом Творца я составляю из суммы товарищей, из всех впечатлений от всех товарищей. Если этого товарища люблю, этого не очень, а того так, и я стараюсь ко всем относиться с любовью, так вследствие моих отношений к ним, и это Творец дает мне, и я преодолеваю то, что Творец делает, да, и отношусь к ним с любовью, и если это возможно, с любовью равной ко всем, неважно, каждый, что один такой, а другой такой, но поскольку они товарищи, я хочу любить их всех, так получается, что я вследствие разных отношений, которые есть у меня к ним в естественном виде, да? И преодоление моего над этими разными отношениями, что это из-за моего эгоизма, от которого больше страдает, от этого любит, от этого так, от этого так, я поднимаюсь над ними, над своими эгоистическими отношениями и хочу любить их с абсолютной любовью, то есть без всякого расчета, с тем, что есть у меня, с моей стороны, по отношению к ним. Тогда я начинаю видеть за ними Творца. Какую-то форму такую, к которой я могу относиться как к Высшему. И когда я это делаю таким образом, тогда я уже начинаю получать контакт с Творцом. И тогда товарищи, они буквально связывают меня с Творцом, приводят меня к Нему. Поэтому в моих глазах они становятся ангелами. Ангелами. То есть силами, которые помогают мне прийти к слиянию с Творцом.